В центре города задержали безумца, который стал громить машины на парковке у бизнес-центра. Этого мужчину скрутили на улице Труда. А вот что он сделал с легковушками. Сообщается, что на парковке офисного здания он бил стекла машин, ломал замки зажигания и исследовал содержимое бардачков. Сотрудники бизнес-центра нажали тревожную кнопку. При попытке задержания безумец оказал сопротивление. Тогда охранникам пришлось применить спецсредства. Разбито 3 автомобиля, ущерб, видимо, будет возмещать хулиган.